And now, ladies and gentlemen, coming to the ring, the defending champion, the royalty of boxing, Prince Hafsy Muhammad! Насим Мохаммеда, который именует себя принцем, а злые языки мексиканцы именуют его принцессой. Так вот, бывали времена, когда его на ринг выносили на носилках под опахалами и лепестками роз. Но сегодняшнее явление Насима превзошло вообще все ожидания. Насим Мохаммед пристегнут, как в самолете. И это правильно. Насим Мохаммед – денежная машина. Почти такая же, как Тайсон в Америке. Поэтому его всячески берегут. Отношение мексиканцев к Насиму Мохаммеду. Дело в том, что Мохаммед действительно лидер в этой весовой категории. Ему нет равных, по крайней мере, не было до сих пор. Но те, кто видел бой Эрик Моралес, Марко Антонио Баррера, может предположить, что скорости Насима Мохаммеда ждут нелегкие времена. Все прекрасно понимают, что настоящие противники Насима Мохаммеда живут в Мексике. Все ждут, когда же это случится, когда появится Баррера в одном ринге с Насимом Мохаммедом. А пока что Вивиан Бунду.